Три дня к ряду, эх, дождик лил, он с ума меня сводил. Ай, не проехать, эх, не пройти, залило. Красавица, выйди нынче на гулянье, дай с тобой по улице пройти, краше пары свою не найти. Что ты, девка, глаз не кашляй, неужели мне не надо даже? Что ты, девка, прячешь взгляд? Минут, я тебя укрыть не примену. Что ты, девка, глаз не кашляй, уже мне не рада даже. Что ты, девка, прячешь взгляд, или дождик в этом виноват? Что ты, девка, глаз не кашляй, уже мне не рада даже. Что ты, девка, прячешь взгляд, или дождик в этом виноват? Наконец-то дождь прошел, вот и стало хорошо. Слышь, гармошка говорит, будут песни до зари. Только ты не кажешь взгляд, знать не дождик виноват. Милая моя красавица, не пора тебе и жалиться. Дай с тобой по улице пройти, краше пары сроду не найти. Только девка глаз не кажет, неужели мне не рада даже? Только девка прячет взгляд, знать не дождик в этом виноват. Только девка глаз не кажет, неужели мне не рада даже? Только девка прячет взгляд, знать не дождик в этом виноват. Календаря группа «Партизан ФМ», ее солисты и основатели Юрий Андропов и Владимир Абрамчук. Здравствуйте. 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 Рады вас видеть в нашей студии. Вот это и есть этот хулиганский фолк?
Или самая хулиганистая песня в вашем репертуаре? На данный момент это одна из самых хулиганских песен. Да, она у нас появилась совсем недавно. Да. Но мы видели, как было лавешник хулиганил. Да, мы тоже здорово, стояли за кулисами, вот так же делали, ну, да. Ты так делали. Мы очень робко ввели вот этот вот танец балалайшника с надеждой на то, что народ его примет. Собственно говоря, так и получилось, и никаких отрицательных эмоций по поводу этого нету. Ну, а по-моему, еще... это было очень здорово, да. Да, какие еще хулиганские выходки вы выполняете на сцене? Ну, как вот, например. О! Да, вот, одна из самых хулиганских выходок. Такой контраст, да. Люди очень реагируют на то, как я снимаю папаху, потому что никто не знает, что я там лысый. А когда, да, когда я ее снимаю, у всех сразу бурная реакция. Но вы же ее не так снимаете, вы же, наверное, прямо ее... Ну да, вверх. А еще я видел, что вы играете на косе, да? Коса — это тоже один из элементов хулиганского фолка. Инструмент, который предназначался для того, чтобы косить траву. Мы знаем, да, зачем коса. В быту. Ну а после тяжелого рабочего дня его можно было использовать как шумовой инструмент. Ну, а можно попробовать? А можно попробовать? Конечно. Смотри, вот, не паришься. Вот так вот на правую руку, на левую руку вешаете косу, ну и зажимаете. И здесь. Когда отпускаете руку, она звенит. Получаются противные звуки. Да, но мне надо еще учиться, конечно. У нас репетиция через день, так что мы приглашаем, пожалуйста. Бесплатный мастер-класс по косе. Ну а все-таки, почему такое название «Партизаны», еще и «ФМ»? Мы пытаемся зайти и достаточно успешно на большую аудиторию партизанскими тропами с тыла заходим. То есть вы прячетесь в лесу и просто в определенный момент нападаете? Да, мы делаем вылазки партизанские. А FM все очень просто. Это аббревиатура «Фольклорная музыка». Да. Это собирательный такой образ. В партизаны же шли люди разных статусов, крестьяне и казаки были. То есть этим самым мы расширяем возможность для творчества. Мы исполняем и казачьи песни, и русские, и у нас в репертуаре и украинские песни, и кавказские песни, терские. Ну, несмотря на приставку FM, концерт в Кремле называется «Это вам не радио». Вы как бы зрители предупреждаете, да, что это другое название. Многие спрашивают, а что вы транслируете? Да, приходится как-то вот краснеть иногда, то есть, ну, это все понятно. Ну, вы рады, что вы добрались наконец до Кремля? Так партизанскими тропами, получается, добрались, да? Конечно. 18 февраля Государственный Кремлевский дворец. Концерт группы «Партизан FM» — это вам не радио. Приходите, будем рады. Все, всех приглашаем, но мы вас благодарим за это интервью. Спасибо огромное. Спасибо.